Моя история вначале покажется вам нелепостью. Но потом... Нужно найти ключи. Все встанет на свои места. Сколько раз мы здесь были? Сколько раз? Для меня прошла целая вечность. Вы знаете, какая у меня работа? Я занимаюсь зачисткой. Я смотрю вверх и ловлю то, что падает с неба. Что на корабле? Что же мы натворили? Мы можем погибнуть. Но мы еще живы. Так что иди сюда, ублюдок. Я нагряну из ниоткуда.